На данный момент это самый большой поединок в моей карьере, но не самый трудный. Да, Лондон очень для меня счастливый, но никакая победа в профессиональном боксе не может превысить золото Олимпийских игр. Он боец. Я думаю, что да, он будет пытаться стать лучше. Возможно, решится, возможно, нет. Это его проблема. Я думаю, что решится. Я ничего вообще не собираюсь говорить. Я не обращаю внимания на критиков. Критики умеют только критиковать. А для меня критика – это дополнительная мотивация. Я знаю, что я умираю в зале, тону в бассейне, бегу и хочу остановиться, но не останавливаюсь. А то, что они меня критикуют, это их проблемы, это они болтуны. Хочу завоевать все четыре пояса и наблюдать, возить детей в школу на тренировку, наблюдать, как они растут, деревья садить, яблоки поливать. Хочу заниматься сельским хозяйством. У меня, кстати, есть озера. Жить хочу. Жену любить. Чаще, блин. Я с января месяца херачу. Где бы я реально хотел? Блин, на Олимпийском. Киеве. Да. О глупости люди говорят. Thank you very much. We're moving now. Okay.